Всем привет, с вами снова я Бак Фалкон. И сегодня я смотрю поединок, который пройдет 22 июня. А именно будет между Ленатом Фахретдиновым и Николасом Далби. Шанс на мой взгляд здесь 70% позже Фахретдинова. И я думаю, что он одержит победу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также прошу вас поддержать это видео лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие сообщения нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. А мы начинаем нашу трансляшу. И первым в октагон выходит Николас Дарский Динамит Далби. 13 боев, 20 победы, 7 нокаутов, 4 приема, 4 положения, 1 ничья и еще 2 поединка были признаны несостоявшимися. Мерлиулинг для него дебютный поединок. А вот выходит и его оппонент. Ренат Гладиатов Фахретдинов. 25 боев, 22 победы, 11 нокаутом, 7 приемов, 2 положения и 1 ничья. В Мерлиулинг 2 боя и 2 положения. И оба вышли уже в октагоне. Нам показывают небольшую информационную шутку по бойцу. И сейчас мы шубафим перед советом всех участников данного поединка. Сначала нам представляют Николаса. А теперь нам представляют и Ренат. И зритель поединка Херб Дин. Первый раунд, погнали. Попробуем свою долгу больше. Не убьет Далби. Мимо. Точен Фахретдинов. Лоу-кик от Николаса. Попытка лоу-кика. Лоу-кик. Еще один. Берут больше паузу. Карлинч. Лошмен. Оба выжидают. Мимо. Точно Фахретдинов. Далби отвечает. Лоу-кик. Мидл-кик и падает Ренат. Хай-кик от Фахретдинова. Попытка трикдауна, но она оказывается неудачной. Попытка лоу-кика была. Берут больше паузу. Мимо. Точно Николас.
Фахлединов отвечает. Красивый удар от Николаша. Дворбушит паузу. Мимо. Хай-кик и поражен Ренат. Медовый кик. Воу-кик. Вашмен. Мимо. Снова заходит этот удар у Николаша. Мимо. Вашмен. Снова попадает Дауби и потрясённый Ренат. Неплохо. Мимо. Фахлединов отвечает. Точно. Николаш. Бивот больше паузу. Карлинич. Мимо. Точно, Николаш. А, первый кот. Мимо. Да, он бы точен. Бивот больше паузу. Мимо. Неплохо. А, первый кот. Хай-кик. Мимо. Оба выжидают. Хай-кик от Фахлединова и падает Николаш. Неплохо. Вашмен. Лоу-кик. Неплохо. Вашмен. И падает уже Ренат. Оба выжидают. Карлинич. Точно, Николаш. Хай-кик. Падает Фахлединов. Добивание от Дауби. И гонг спасает Фахлединова. Первый раунд же Николашем, 10-9 Дауби ведет. И нам покажут лучшие моменты первого раунда. И у нас раунд номер два. Поприветствуем друг друга больше. Медовый кик. Мимо. Оба выжидают. Мимо. Точно, Николаш. Бивот больше паузу. Точно, Дауби. Мимо. Карлинич. Снова оба выжидают.
got that inside leg kick to the target there, DC. You don't want to eat too many of those. No, you can't. It starts to beat up the inside thigh. Unless you mean to really slow down your opponent. So he's really middle kick. Together some significant body shots here. These are going to take their toll as this fight goes up. Middle kick. High kick. Точно, да, убил. Мимо. Хай кик от Луната. Восьмен. Белор пошел в паузу. Восьмен. Неудачный бэкфист. Оба выжидают. Удалось Кэрленом и падает Лунат. Который вас похулит, это Кэрлена уже. Лоу-кик. Медовый кик. Паврика тейкдауна, но она была неудачна. Лоу-кик. Точно, да, убил. Мимо. Неплохо. Попадает Лунат и подошел уже Николаш. Мимо. Вашмен. Кэрлинч. Точно, да, убил. Хай-кик. Лоу-кик. Берут оба паузу. Вашмен. Мимо. Точно, да, убил, падает по грудину. Лоу-кик. Апперкот, и снова падает Лунат. Добивание от Николаша. Держится пока что Лунат. Неплохо. Продолжает атаковать Даубил. Side control now, DC. A lot of options at his disposal from here. All right, gotta be careful playing around inside his guard. Absolutely, John. That's why you don't sit in a full guard. When you sit in a full guard, it gives. Пока что ничего не происходит, Фонтерлен. Well, you see all the grappling repetitions here. Just beautiful movement, seamless transition. И попытка приема от Николаша. Вот это да. Тело как Лунат. И тут гонг снова спасает Фахрудинова. Раунд за Дауби. 2-18. Николаш впереди перед финальным раундом. И нам покажут лучшие моменты этого раунда. И у нас заключительный раунд. Медовый кик. Точно, да, убил. Мимо.
but he's also been efficient, not just with his strength, but also with his body movement. Complete performance out of this fighter here. Беру больше паузу. Look at the angle of that nice body kick. Мимо. Да, уже точен. Неплохо. Керлинч. Лоу-кик. Медово-кик. Мимо. Точно дауби. Попадает по Хладдину. Попытка тейкдауна, она оказывается неудачной. Оба выжидают. Неплохо. Керлинич. Снова Керлинич. Лосмен. Хайкик. Точно. Фахлединов. Снова подает Ренат. Мимо. Кавинич. Лоу-кик. Неплохо. Точно Ренат. Попадает Дамби и падает по Хладдину. Мимо. Лоу-кик. Лоу-кик. Точно Ренат. Снова бил больше паузу. Керлинч. Точно Ренат. Попытка тейкдауна. Она оказывается неудачной. Мимо. Точно Дауби падает по Хладдину. Бой возвращается в стойку. Восьмен. Отвечает Ренат. Мимо. Оба бьют паузу. Точно по Хладдину. И Дауби попадает. И у нас очередной нокдаун. Мимо. Неплохо. Оба выжидают. Мимо. Керлинч. Хайкик. Восьмен. Мимо. Точно, Николаш. Попытка тейкдауна. Она оказывается неудачной. Аверхант, и все. Бой окончен. Нокаут. Конец поединка. Нам показывают, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пойдет на самом деле. Победу нокаутом в третьем раунде одерживает Николаш Датский Динамит Дауби.
So the celebration is on with him and his team, and rightfully so. A monumental result tonight as he gets the win by knockout. He spoke it into existence. He said over and over to anyone that'll listen, I am going to knock this man out. He did it in an even more impressive fashion than he ever could have imagined. Статистика поединка. Факт Ледина попал 16 ударов из 265, Далга 112 из 270. Пощадом шоу крылья из 116 ренат, 64 из 142 Николас, под нокдауном 1.7. Дави трекдаунов не проводил, у Лединова 8 неудачных попыток. Контовой 17 секунд ренат, минута 24 секунды Николас. По раундам. Первый удар шоу к шоу крылья, шины 12.25, нокдауны 1.1, 2 неудачных трекдауна, контовой 3 секунды ренат, 8 Николас. Второй удар 28-34, шины 11-22, нокдауны 0-3, 3 неудачи тэкдауна от Рената, контроль минута 12 секунд от Дауби. И третий раунд по удару шоу 5-36, шины 20-17, нокдауны 0-3, 3 неудачи тэкдауна от Факрединова, контроль 14 секунд Ренат, 3 Николаш. И у Сашури еще был 20-18 позже Дауби. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon, и если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!